Мы через имейлы вытянули почти, сделали продаж почти на 50 тысяч долларов с одной рассылки. Мы простроили воронку продаж непосредственно так же само, да, там, как со стороны лендосов, только со стороны имейлов, где был трафик, ну, то есть, да, вернее, не трафик, а аудитория, которая уже есть, давался сладкий оффер и постоянно... Какой? Да, какой? Больше деталей. Какой оффер? Скидки на лаунч нового продукта, апсейлом и шел у нас... Это тоже была ниша, ну, ниша электроники, опять, mm-hmm. же, опять же, наушники. На допродажах были глобальные скидки на спикеры, на колонки. Гарантийное обслуживание было на допродаже. И вот это все в совокупности. Там, кому интересно будет, я могу ссылкой дать саму воронку. Угу. Можно обязательно. Можно будет посмотреть более наглядно. Потому что, ну, процессов в плане email-маркетинга и построения вот этой всей системы, их довольно много. И, я не знаю, часа полтора могу только об этом рассказывать. Чтобы не углубляться просто-напросто, мы простроили все, прорисовали, сделали кучу сладких офферов из разряда скидок, дискаунтов, скидки на другие, на вторую, третью, четвертую покупку. И таким образом за день мы, ну, довольно хорошо таки рассылка сработала. Чуть больше, чем 50 тысяч долларов получилось вытянуть.